Посмотрим, как черепахи едят заготовленную на зиму для них рыбу. Тоже посмотреть? Смотри. Да. Чипсы мне понравились. Ух ты! Она была ведь не голодная. Вот она, вот она. Вот, оп. Я думала, что она жива. А не то. Нет, они знают, что она мертвая. Живых они вам не едят. Не могут их поймать. Сейчас они будут друг у друга ее вырывать. Таким образом, помогая опять же друг другу порвать ее на части. Вот кусочек схватила. И та спряталась. Не схватила, а взяла. Ну, взяла. Так не надо говорить. Почему? Они хватают. Вон. Угу. Та спряталась, во рту у нее рыба. Держит ее. Она, по-моему... А вот она специально выплыла, чтобы... Ну, я думаю, что это... У нее вылазка. Ой, у нее зубы что-то толчит. Из шеи. Наконец, помощница пришла. Рвите, рвите. Вот так. Фильтр впадает в песок. Фильтр. Есть? Есть, конечно,
Это дерево 350. Я ору, это маленькие рыбки, я даю им по две, по одной. Когда большая, лучше дать одну, чтобы вторая помогала рвать ее, подышать поднялась. Это более мелкие кусочки рыбки съедают. Руку добрала. Грязи от черепах, конечно, много всегда. Но насос справляется, фильтр. Вода грязная, да, но она фильтруется. Чистая вода свыше льется, а тут чистая вода. То есть сюда засасывается грязная, а отсюда течет чистая. Она чистая, не засасывает? Ну, я завтра водичку поменяю здесь. Я сегодня хотел поменять, но забыл. Здесь надо поменять. И черепах надо поменять. Ну все, наверное, та одна черепаха доела остатки рыбы. Похоже, да.